Петр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами лично не знакомы, но вы родители мои знаете. Петр Алексеевич, у нас, в общем, такая ситуация. В общем, так вышло, что Глаша забеременела. Вот. Ну и у нас так складываются обстоятельства, что... Мы решили сделать аборт. В общем, да. Я отправлял Глашу в женскую консультацию. Ну и ей там сказали... Делайте, говорят. Я недавно в университет поступил, строительный. Глаша у меня молодец, на третьем курсе уже. Да мы бы и сами рады оставить. Но вы понимаете, денег даже на коляску не хватит. Витенька у меня молодец. Работает. На вентиляторном заводе, да, с 11 ночи до 6 утра. Глаша вон за родителями ухаживает. Мама болеет. Денег ни на что не хватает. Но вы в будущем хотели бы, чтобы у вас были дети? Ну что за вопрос, Петр Алексеевич? Конечно, хотели бы. Да успеем еще. Какие наши годы? У нас ведь получится. Получится? А знаете, что я вам скажу? Нужно жить тем, что есть, поэтому рожайте ребенка сейчас. Петр Алексеевич, я вам объясняю. У меня отец. Я все детство без него провел. Я не хочу, чтобы мой сын так же без отца рос. Бог даст дитя, Бог даст и на дитя. Это вам игрушка рождественская для ребеночка вашего. Это вам на пеленке. Петр Алексеевич, мне кажется, вы нас не так поняли. Не о себе думайте, а о жене и о ребенке. Доучитесь, и ребенка родите, и заработаете. С Рождеством вас! Ой, извини, не собрал. Да ты что, Петь? Ты же говорил, 50 баксов каких-то осталось найти. А я уже человека в Польше попросил тебе иномарочку подыскать. Ну, извини. Если я не стою, ничего не стою, так тому и быть. Нечего терять, не нагово менять, нечего забыть. Может, я не... Это мои родители были. Вы подросли. Мне тут соседи сказали, что вы до сих пор на старых «Жигулях» ездите. Да. Нормально. Это вам. С Рождеством, Петр Алексеевич. Если бы не вы, меня могло бы и не быть. И я бы не стал учителем. А я экономистом. А я машинистом. А я воспитателем. А я врачом. А я кондитером. А я хореографом. А я летчиком. А я программистом. Я модельером. Я космонавт. Я актрисой. Я строителем. Я стюардессой. Я инженером. Я врачом. Я режиссером.